Здравствуйте. У микрофона Яков Кротов. Уроки демократии. Ошибки демократии. На ошибках учимся. Точнее, где демократия перестает быть демократией. Из опыта 90-х годов. Ну, конечно, и не только. Я говорил о том, что одна из ошибок, которые мешают действительно строить демократию, это идолопоклонство, вождизм. Когда ради торжества демократии ищут такого вождя, который бы сумел увлечь за собой даже и недемократические массы. Но обычно в результате вождь оказывается не очень-то демократичным. И эти самые массы обрушиваются на тех, кто пытался их обмануть. Но какова логика идолопоклонства? Какова логика вождизма? Почему он работает иногда? Это логика запугивания, когда весь мир представляется как одна огромная угроза. И напоминает она ту манипуляцию, самый простейший пример, который фильм «Бриллиантовая рука», «Цигель, цигель, ай, лю-лю». Срочно, вот сейчас, вот поскорее, не дать человеку времени подумать. И для этого его напугать. Враги. Враги. Врагов много. И нужно вот сейчас вот пожертвовать демократическими ценностями, в порядке исключения, конечно, чтобы победить врагов. В том числе сделать себе такого вождя, который бы побеждал врагов. В начале 90-х годов именно эта логика была использована Ельцином для того, чтобы кастрировать российских демократов. Он говорил, смотрите, коммунисты. Смотрите, Хасбулатов, смотрите, какие они противные и гадкие. И они действительно были довольно противные и гадкие. Они же антидемократы, они же придут в власть, они вас всех уничтожат. Давайте я их из танков обстреляю. И что же? Если мы посмотрим на дальнейшее поведение Ельцина и Хасбулатова и Рудского, мы обнаружим, что и он не верил в то, что они представляют угрозу. И они не представляли никакой угрозы. Людей освободили, не судили. Они спокойно продолжали быть членами номенклатуры, получать высочайшие оклады, занимать разнообразнейшие должности. Ельцин пугал коммунистами, но финансировал КПСС, ну, Российскую компартию. Официально это было по закону, но как же. И он не производил такой чистки от коммунистов, какая была в Украине. Не сносил памятники. Там несколько снесли, но во время событий в августе 91 года. Не более того, а он сам берег. Ну как же, это наша история. Ему нужен был не Ленин. Ему нужны были враги, на которые всегда можно было бы сказать, если не я, то они придут к власти. Вот эта вот логика выбора из двух зол. Глубоко антидемократично по психологии. Почему я говорю, что уроки демократии необходимы вне зависимости от того, есть шанс у демократии в той или иной стране или нет? Уроки демократии учат нас демократизму. А демократизм в том числе – это понимание, что мир не может быть описан как борьба одного зла с другим. Есть так называемое манихейское видение мира, инь-янь, белые и черные, как две футбольные команды сражаются, бесы и ангелы. Но это, надо сказать, довольно прогрессивная концепция в сравнении с идеей, что мир состоит из одного зла и второго зла. Коммунисты – Ельцин, Ельцин и Горбачев, Путин и Медведев, ну и еще чего-нибудь, я уж не буду переходить сильно на личности. И если мы не хотим большого зла, давайте голосовать за меньшее. Нет, друзья мои, это не то, что не работает. Это работает на убийство. На убийство не демократии. Демократию не задушишь, не убьешь. В России особенно ее просто нету. На убийство вашей души. Вы можете на этой основе повести людей на выборы, вы можете даже победить. Но что это победа? Чья это победа? Это победа того манипулятора, который вас убедил, что он меньшее зло.
Ну, совсем в скобках замечу, что на этом стоит и аскетика, как борьба со злом. Потому что зло, искушение, оно всегда предлагает выбирать из двух зол меньшее. А надо выбирать из двух добр оба или больше. Для тебя больше, для тебя значимое. И вот это вот манипуляции выбором. Что либо уж вот совсем поганое, либо не очень поганое. На этом стояли все 90-е годы. И мы видим, к чему это привело. Ну, например, вот та же беседа с Львом Александровичем Пономарёвым, одним из лидеров демократической России 90-х годов. Вот смотрите, он ведь искренне говорил о том, что... Татарстан, анклав внутри России, это же невозможно. Чечня, но Ельцин, как всякий президент, руководитель страны, он должен сохранять территориальную целостность. Ну это же вздор. Что значит анклав невозможен? Калининградская область, наш анклавчик в Германии, Польша, существует? Существует ничего. Сан-Джиминьяно, там или кто это, Сан-Марино, в Италии. Берешь карту, а в ней дырка, город-государство, Лихтенштейн, анклав, и ничего. А почему не может быть анклава? Извините, это очень важный вопрос. Что такого? Мы что, злая Россия, которая не пустит татарские поезда с нефтью? Да, а почему мы такие злые, почему мы не пустим? Что нам мешает? Мы что, такие вот изверги прямо-таки? Это, кстати, такая вредная идея, что у государства обязательно должен быть выход к морю. Помилуйте, да тут морей на всех тогда не напасешься. Огромное количество государств в мире, я думаю, даже больше половины из 200 не имеет выхода к морю. И ничего, живут, хлеб жуют, дай бог каждому. Вы не хотите, чтобы у нас было как в Швейцарии? Я хочу, я не возражаю. Так вот... И Татария могла бы обрести полную независимость, не вопрос. А уж Чечня и подавно, после той огромной исторической вины, которую русские, Россия причинила чеченцам, устроив им депортацию, да чтобы они проводить с низким поклоном, лишь бы они компенсации не попросили. Вообще-то надо было бы заплатить компенсацию за тот 43-й год. А теперь... Придется платить компенсацию еще и за 90-е годы, в двойном и в тройном размере. И отговорки, что мы и так вбухали в них кучу денег, извините, не помогут. Мы не чеченцам платили деньги в 2000-е. Мы купили себе избранных чеченских предателей. Ну, как римляне подкупили верхушку иудеи Израилю, когда завоевали. Это была их общая практика. Подкупать – это дешевле, чем усмирять бунты. Ну, так и Путин купил себе Чечню. Не свои же платил, наши. Так что это не то. А сколько чеченцев, у которых погибли родные, сгорело все имущество, которые претерпелись всяких ужасов в изгнании, пока их не вернули. Надо компенсировать. Придется рано или поздно. Я надеюсь. Я хотел бы, как демократ, чтобы это было. И я готов ужаться. Но что делать? Общий грех. Так что не так страшен вот этот вот развал России, развал СССР. И все эти причитания об ужасности развала СССР показывают, как глубоко въелся не демократизм, а тоталитаризм в наши души. Да распустить всех – не вопрос. Ой, они без нас перессорятся. Это мы устроили кровавую бойню в Чечне. Мы устроили кровавую бойню в Таджикистане, в Абхазии, сейчас в Украине, во имя сохранения целостности. Логика-то оказалась извращенная, а вдохновлялась она вот этим искушением из двух зол. А это было не зло, распад СССР, уход народов, которые не хотят быть, это не зло, это добро, просто добро. Насильно мил не будешь. И когда я пытаюсь еще раз сказать, почему надо быть демократичным даже при тоталитаризме, это вопрос соотношения с детьми, с женой, с коллегами. Насильным мил не будешь, это азы демократии. Давайте этому учиться.
А так вся жизнь проходит в утверждении своего доминирования. И к старости бредешь шамкой, и все на себя с глубоким сожалением или с глубоким презрением, если ты преуспел. Но смотрят, нехорошо смотрят. Не хочу, чтобы на меня так смотрели. Поэтому лучше я буду демократом в тоталитарной стране, чем тоталитарным деспотом в демократической стране. Это был Яков Кротов, Москва.